моя радость, усни. Мамуль, бабуль, смотрите, это вы! Тише! Ну вот, разбудили. Не реви, маленький, все хорошо. Уэйд, у нас потоп! О нет, картина намокла. Мы так старались! Наше художество! Это случайность! Придумал, вот вам чистый лист, нарисуйте новую. Нам нравилась старая! Ого, Лили сильно расстроилась. Пойду в комнату. Этот малыш, он все испортил. Дети обиделись. Нехорошо как-то вышло. И малыш расстроился. Пойду успокою ребят. Ого, спокойно, папочка рядом. Наш сынишка ни минуты без тебя не может. Все, внимание малышу. Родители совсем про нас забыли. Есть идейка. Даже рыбки со мной чаще общаются. Думаешь о том же, о чем и я? Да, сестренка, прячемся. Так нас точно никто не найдет. Что это было? Звук явно из детской. Навестим ребятишек. Осторожно, не разбуди кроху. Хотите вкусняшек? Куда все подевались? В прятки играют. Обожаю прятки. Глянь под подушкой. Пусто. И здесь никого. Они за шторой. Точно. На счет три. Один, два, три. Их нет. Где же наши дети? Не могли же они сбежать. Вещи на месте. Какой побег без рюкзачка? О нет, малыш опять проснулся. Капризный малый. Эмбер, давай помогу присесть. Дыши ровно. Вот так, молодец. Засыпает. А нет, показалось. Может, спеть колыбельную? Есть идеи получше. Любимая игрушка Эндрю. Смотри, что папочка принес. Защекочу! Ого, ему нравится. Тишина и спокойствие. Спасибо, дорогой. Всегда рад помочь. Нужно искать детей. Ты прав. Сиди, сиди, я сам. Для начала позвоню в 911. Возьмите трубочку. Ну что там? Занято. Не оставляй меня одну. Обещаю, я быстро. Надеюсь, Эндрю не проснется, пока Уэйда нет. Пранк удался! Пускай поволнуются. Петелька к петельке. Опять труба барахлит. Пора вызывать сантехника. Уэйд? Наши детки! Они пропали! Мои внучата! Нет времени объяснять. Мне нужна ваша помощь. Эй, ты чего? Идем, идем. Я не в том возрасте, чтобы бегать. Эндрю снова плачет. Может, станцевать? Нет, малышу холодно. Дело говорит. Сейчас согреем внучка. Ой, как тепло и приятно. Кажется, успокоился. Детектив бабушка поищет детишек. А Уэйд останется с тобой, дочурка. Главное, не нервничай. Тогда и малыш будет спокоен. Уэйд, присмотри за ней. А теперь за дело. Так, так. Следы ведут к дивану. Похоже, что из комнаты они не выходили. Чтобы найти ребенка, нужно думать как ребенок. Камин – идеальное местечко для нашего огонька. Лили, я же знаю, что ты здесь. Выходи, живо. Ну и что теперь делать? Бабуля упертая, так просто не отстанет. А что если... А вот и ты. Стой, кому говорю? Шустрая девчонка. Ну-ка, хватит проказничать. Поймала. А ну, вернись. Папа и мама переживают. Ай, спина! Больше никаких вкусняшек. Посижу чуток. Ох уж эти детишки. Устраивайся поудобнее. Принесешь кислых огурчиков? Будет сделано. Наш кроха проголодался. Кушать, кушать! Можно еще тортик? Ох уж эти пищевые капризы. Я мигом. Папочка добудет еды. Огурчиков не нашлось. Но зато есть вот это. Ммм, как вкусно пахнет. Похоже, малыш так не думает. Фу, эти угольки испорчены. Сейчас маленький бабуля Уэйд что-то придумает. Неси еду, живо. Понял, одну секунду. Раскаленная лава прямо из жерла вулкана. Тебе понравится.
Настоящий деликатес. Попробуем? А что скажет юный дегустатор? Ждем вердикт. Нет, явно не то, что он хотел. Задымление! Нужно тушить пожар! Ну как? Придумал. Это сойдет. Принес огурчики? Лучше. Ты уверен? Абсолютно. Чего не сделаешь ради малыша? Кажется, работает. Ловлю, ловлю. Вкуснятина! Никогда не думала, что скажу это, но водичка просто супер. Фух, пронесло. Отдохни, ты заслужил. Соберись, Тесса. Глубокий вдох. Вот ты где. Нужно действовать скрытно, словно тигр. От бабули не уйдешь. Попалась. Как она меня нашла? Ауч, далеко собралась? Что сейчас будет? Брайан, ты что здесь делаешь? Помоги, сейчас погасну. Я нас вытащу. Быстрее! Ага, а вот и внучата. И Брайан тут как тут. Куда разогнались? Ох, проказники. От меня еще никто не уходил. Кроме деда. Мам, ну что? Вы их нашли. Все под контролем. Ладненько, хорошо хоть наш Эндрю в безопасности. Детское время закончилось, глаза слипаются. Вот твоя пижамка. Спасибочки, ты такой заботливый. Хочешь, покажу фокус? Та-да! Не сходится. Животик мешает. Давай помогу. Пуговка за пуговкой. Вот так. Получается. Готово. А теперь в кроватку. Аккуратно. Берегись! Ауч! Прости. Тебе нужна новая пижамка. Нужна только ткань. Сойдет. Ну, Эмбер, надеюсь, ты оценишь мой труд. Вспомним уроки рукоделия. Это сюда. Мама всегда говорила, что шитье – мое истинное призвание. Штора превращается в стильный халатик для сна. Шедевр! Смотрится чудесно. Спасибо! Рад, что тебе понравилось. Не забудь выключить свет. Готово. Спокойной ночи. Сладких снов. Все равно поймаю. Стой! Ауч, моя прическа. Вау, где это мы? Никуда не уходи. Чего это? Садись, сейчас узнаешь. Ну ладно. И дальше что? Потряси головой. Вот так. Окей. Ой, долго мы так не продержимся. Ну, не помогло. И что дальше? Можно я пороюсь в твоей шевелюре? Ну, если сильно надо. Мои внучата где-то здесь. Дай мне кусочек тучки. Держи. Пусть думает, что она нас поймала. Осторожно. Чуть не попались. Нашла. Мои волосы. Опять не вышло. Куда они подевались? Я могу идти? Нет, конечно. Что же делать? Странная. Ой, давай, чихай. Окей, окей. Чхи! Ауч, привет, бабуль. Какая красивая сумочка. Терпеть не могу макароны. Кто она? Отвечай! За что? Милый, что случилось? Покажи, где болит. Глазик! Приложить бы льда. А это идея. Продолжай реветь, не вздумай останавливаться. Молодчинка, сейчас вернусь. Ты куда? Побит и брошен на произвол судьбы. Спокойно, я здесь, лед готов. Берем кусочек, прикладываем к синяку. Вот так. Скоро будешь как новенький. Ну как? Так получше. Спасибо, любимая. Что там? Все в порядке? Ты только послушай. Ого, толкается. Будущий боксер. Не то слово. Ого, вот это удар. Может, тебе лучше прилечь? Вот так. Ну что? Не-а. На бочок. Попробую. Ой! А если в другую сторону? Не то. Может, на живот? И как я, по-твоему, это сделаю? Есть решение. Попробуй. Есть инструкция? Просто ложись животиком в круг. Была не была. Это так мило. Ну что, легче?
И правда удобно. Идеально! Отличный лайфхак. А теперь баиньки. Кошмар, чуть прическу не испортили. Лили и Брайан, как вам не стыдно? Родители там с ума сходят от волнения. Прости. Что-то случилось? Кто-то вас обидел? Дело было так. Давайте поиграем. Тихо. Окей. Может, прогуляемся? Нет, мы заняты. Мам, пап, зацените, это вы. Бедняжки, я с ними поговорю. Идемте домой. Подъем, детки дома. Что? Ты их нашла, милые. Не надо. Обойдемся без обнимашек. Нужно их мирить. Послушайте. А-а-а! Кажется, схватки начались. Дорогая. Приляг. Аккуратненько. Дыши глубоко. Вдох. Выдох. Ты молодец. Кажется, малышу Эндрю уже тесновато. Ему пора во внешний мир. Я рядом. Бедная мамуля. Вдох. Выдох. Не останавливайся. Малыш на подходе. А вот и он. Ловите. Держу. Тяжеленький. Такой кроха. Милота. Чего это он? Ого. Малыш Эндрю решил озеленить наш дом. Теперь у нас есть семейное деревце. Ауч. Ого, что это было? Уэйд. Надымили. Эмбер. Мы поменялись стихиями. Такое случается раз на 100 лет. Что случилось? Теперь я огонь, а я вода. Мамуль, что теперь будет? Почему они кричат? Только глянь, на кого мы теперь похожи? Что же делать? В таком виде никуда не пойду. Кому-то пора на работу. О нет, мы опаздываем. Нужно сменить цвета. Не то. Меняемся. Держи. Перья, у меня на них аллергия. Потерплю. Сойдет. Вейт, у нас мало времени. Хватай чемоданчик. Ланч, как же я мог про него забыть? Без еды никуда. А вот и вкусняшки. Нет, я такое есть не буду. Угольки, никогда не пробовал. Ты готов? Всегда готов. Погнали. Мам, пап. Эй, а как же мы? А, точно. Хотели уйти без нас? Ауч, горячо. Прости, малышка. Все окей. Мы просто поменялись силами. Идем скорее. Шевелите ножками. Посидим минутку. Мамуль. Чего расселись? Мы устали. Не время для посиделок. Я не чувствую ног. За что мне все это? Живо встали. Берегись. Ого. Спокойно, Уэйд. Дыши глубже. Было близко. Нужно извиниться. Мама с папой не хотели вас обидеть. Мы больше не будем. Простите нас. Что скажешь? Мы все понимаем. Нужно от них избавиться. Ты про детдом? Тише. Нет, конечно. Есть идея. Где мой огнифон? Алло? Привет, сынуля. Понянчишься с внучатами? Ну, конечно. Спасибо. Она согласна? Вы идете к бабуле. Ура! Пошли скорее, пока Баня передумала. Твой ход, дедуля. Сейчас, сейчас. Пешка на b4. Напугал. А как тебе такое? Шах. Только не это. Ты уже проиграл. Мат. Да как так? Нет! Есть кто дома? Это ж внучата. Пойду открою. Ауч! Спина! Бедняжка. Сиди, я сама. Как это делается? Получилось. Бабушка еще на что-то способна. Уже иду. Стоп. Вы кто такие? Приветик. Что это с ней? Мам, это мы. Открой. Уэйд, это ты, сыночек? Тук-тук. Приветули. Бабуля. Да это же мои малышата. Ты что, нас совсем не узнала? Кто эти люди? Время обнимашек.
Точно, прости, ба. Милая, бабушка тебя и так любит. Поздоровайся с дедулей. Осторожно. Что с вами стряслось? Ну, дело было так. Оно будет стоять здесь. Еще чего. Ауч. Мы поссорились. Но сейчас все окей. Надо же такое. Что-то придумаем. Привет, пап. Тесса, это ты? Клевые очки. Кто это к нам пришел? Здрасте. Без очков дальше носа не видит. Обожаю играть в шахматы. Пиу, пиу, защищайся. Нам пора на работу. Пока-пока. Удачи. Никаких сладостей, ладно? Надеюсь, не забуду. Мамуля. Ауч, печет. Прости. Хорошего дня. Куда же они подевались? Нашел. Секундочку. Кто это был? Потом расскажу. Вы, наверное, голодные. Угольки. Вкуснятина. Мы открылись. Заходите. А вот и первые клиенты. Не кричите, на всех хватит. Я первая. Возьмите мои денежки. Один уголек для мистера Уокера. Держите. Ваша сдача. Уголек для Айлин. Вот копеечка. Их слишком много. Не переживай, справимся. А можно быстрее? Прекратите! Бежим! Ауч! Упс. Угольки погасли. Это же наш лучший товар. Ничего, ничего. Мы что-то придумаем. А нет. Им крышка. Я во всем виновата. Ну что ты, со всеми бывает. Есть идейка. Мой ланч. Там полно угольков. Ты гений. Уже остыли. Кажется, у меня есть идея. Что же она задумала? Интересненько. Как весело. У нас для вас кое-что есть. Налетайте. А вот и подарочки. Надеюсь, понравится. Вау, это же легендарный мистер Капля. Приветик, я Дракоша. Такие славные. Спасибо, дедуль. Не за что, мы за вами скучали. Как это мило. А теперь за стол. Наконец-то еда. Не будем мешать. Идем, сыграем партейку. Бабушка знает, как угодить внучатам. Чистейшая водичка. Брайан, ты только попробуй. Объедение. Спасибочки, пожалуй, откажусь. Закончилось? Не беда. Смотри, как могу. Выпью еще чуток. Теперь точно наелась. А ты? На месяц вперед. Так подросли. Ого, совсем взрослые. За мной. Уже бегу. Можно мы поиграем? В этот раз без пожара. Пожалуйста. Пусть веселятся. Ура! Играем в догонялки. Не поймаешь. Такой шустрый. Я до тебя доберусь. Пиу, пиу. Сам напросился. Осторожно, не сожги дом. Лучше беги. Здоровый паук. Не туда смотришь. А, точно. Научу тебя готовить угольки. Берешь деревяшку, поджигаешь. Не продолжай. Давай попробую. Ну же. Не выходит. Секундочку. Давай помогу. Нужно сжимать сильнее. Получается. Какой красивый. Молодец. А теперь сам. Понял. Немного грубой силы. И готово. Настоящий кулинар. Давай еще. Отлично. Повышай температуру. Дави сильнее. Я даже немного устал. Может, пора открывать собственную пекарню? Ты мой герой. Можем открываться. Так и сделаем. Ты готова? Погнали. Возьмите мои денежки. Спокойно, здесь на всех хватит. Держи, это тебе. Горяченький, спасибки. И мне чуток. Угольки на расхват. Возьмите. Как вкусно пахнет. Спасибо. Хорошего дня. Нам два шарика, пожалуйста. За нас. Мы справились, давай считать денежки. Приличная сумма. Купим билеты на круиз. Я только за. Чуть не забыл. Нам пора закрываться. Приберемся и домой. Может, устроим романтический ужин? Классная идея, но сначала уборка. Протрем столик, вернем все баночки на место. Кристальная чистота. А вон там паутинка. Только гляньте на этих голубков. Эмбер просто расцвела. Давай помогу одеться. Поймал? Ты такой милаха. И ты тоже.
Зажжем свечи, посмотрим романтический фильм. Хочу подарить тебе цветочки. Магическая сила воды. Опс, поджарился. Я случайно. Ты что творишь? Доверься мне. На раз, два, три. Эй, я здесь живу. А вот и букетик. Убери свои руки. Айч. Спасибо. Это моя прическа. Нет, это ромашка. Дай сюда. Попробуй отними. Мальчики, а ну успокойтесь. Живо. Берегись. Помогите. Тону. Что вы наделали? Упс. Магическая сила воды. Или как там? Спасибо за букетик. Милый, нам пора. Заберу вещички. Как мне теперь выбраться? Ауч. Эх, старость. Однажды в волшебном королевстве Элементарно жили четыре стихии. Земля, огонь, вода и воздух. Каждый из них... Что? Где? Это родители! Прячься! Скорее! Не уходите! Вчера поймал карася. Идут! Стань за дверь! Как поживают мои крохи? Милые детки! Испугались? Нет, конечно. Ну, может, совсем чуток. Еще не изменились? Пока нет. Не унывайте, все будет хорошо. Дедуля, просыпайся. Еще 5 минут. Спи дальше, чуть не забыла. Подарочки. Детишкам понравились. Дракоша, дай сюда. Ба опять напутала. Бабушка вас всех очень любит. Обойдемся без обнимашек. Поняла, хорошо, милый. Спасибо, что присмотрели, пока. Заходите. Что? Я что-то пропустил? Ничего, спи уже. На чем мы остановились? Ага, каждый из них обладал уникальными способностями. А потом папа выдернул тот цветок. Мам, можно я присяду? Ножки сильно устали. Нам всем нужно немного отдохнуть. Согласен, но сначала я поджег куст. Вау! Давайте сделаем фото. И камера у меня с собой. Ура! Хорошая идея. Давно не было свежих фоточек. Садитесь вот так. Сейчас вылетит птичка. Прикольно вышло. Повешу у себя в комнате. А я на холодильник. Темнеет. Нам пора домой. Бегите, мы догоним. Мамина радость. Вот мы и дома. Не поверите, ваш папа умеет готовить. Это все твоя заслуга. Что это с ним? Дерево сбросило фотки. Вид у него так себе. Давайте украсим свежими кадрами. Отличная идея. Идеально. Вот так. Мам, пап, полюбуйтесь. Красота. Теперь наша очередь. Ты первый. Мы с папой вас обожаем. И мы вас. Ловите. Идем, хочу спать. Сладких снов. Обнимашки. Светится. Ничего не вижу. Я снова водяной. Мои силы вернулись. Идем к зеркалу. Не будем мешать. Обожаю эти вещички. Вау, потрясно выглядишь. А это еще что? У кого-то будут неприятности. Да это же тот выскочка Клод. Дорогая, ты ничего не хочешь мне сказать? Черный мне к лицу. Ты целовалась с растением? Это не я. Фотку подкинули. Эмбер, я не слепой. Это была последняя капля. Я ухожу. Но я этого не помню. Не хочешь, не верь. Не буду мешать вашему счастью. Ты меня больше не увидишь. Прощай. Проваливай. Как я теперь без выда? Что же я наделал? Прощайте, мои сладкие. Получается, я теперь бездомный. Милая парочка. Кажется, я ей нравлюсь. Он мне улыбнулся. Стеснительные ребята. Сяду к нему поближе. Еще немного. Ну, наконец-то. Сейчас помогу. Тоже мне пикап-мастер нашелся. Да что же вы такие нерешительные? Вот так. Молодцы. На свадьбу пригласите? Слушай, а кто этот мужик? Пока не благодарите. Я его не знаю. Странный тип. Что тут у нас? Уэйт, не лезь, сами разберутся. Ну, кто так делает? Дай сюда. Дорогуша, это тебе. Вау, какая прелесть. Ты выйдешь за меня? Да. Поздравляю. Спасибо, Ки, ты лучший. Мой огонечек, так за тобой скучаю.
Ты куда? Еще не поздно вернуться. Откуда здесь столько воды? Уэйд, вернись. Зачем я ему нагрубила? Держи, твои любимые. Спасибо, дорогой. А еще открыточка. Сам сделал. Ты такой молодец. Открывай скорее. О, как это мило. И я тебя люблю. Обнимашки. Не плачь, папочка скоро вернется. Думаешь? А если он ушел навсегда? Мое сердечко этого не переживет. Ауч, горячо. Мамочка, ну хватит уже. Эй, Брайан, нужно вернуть папулю. Согласен, погнали. Эмбер продолжает реветь. Нужно вызвать пожарных. Ты это слышал? Ага, кто-то должен остаться с мамой. Камень, ножницы, бумага. Тебе повезло. С кем мне теперь смотреть сериалы? А скоро новый сезон. Ладно, ладно. Давай, братишка, я в тебя верю. Удачи. Надеюсь, он тоже скучает. Огонь распространяется слишком быстро. Может, отправить ему сообщение? Мамуль, с тобой все в порядке? Сыночек, мамина опора. А вот и наш папаша. Фух, в следующий раз пойду пешком. Секундочку, здесь же есть звонок. Хочешь водички? Давай. Свежайшая дождевая только из тучки. Ну же, не жадничай. Ты крутая. Спасибочки. За нас. За нас. Надеюсь, нам не помешают. Кто-то приперся. Подождет. Продолжим. Ну вот, меня никто не ждет. Пролезу под дверью. Стой, испортишь всю романтику. Приветик. Уэйд, ты что здесь делаешь? Мы расстались. Ужас. Что это? Тебя выгнали из дому? Ага, можно пожить у вас один денек. Ну, даже и не знаю. Может, присядешь? Эмбер, она меня выгнала. Уже бегу. Лужа? Папуля точно был здесь. Ого, ты мой ангелочек. Вместе навсегда. Устроили тут любовный беспредел. Еще следы. Совсем свежие. Ну-ка попробуем. Да, это точно он. Детектив Лили найдет папу во что бы это ни стало. Смотрите, где стоите. Заведем троих карапузов. С дороги. Вы меня вообще слышите? Что-то пищало? Может, комарик прилетел? Что-то она совсем грустная. Мам, с тобой все в порядке? Похоже, что нет. Думай, Брайан, нужно ее как-то развеселить. Есть идейка. Вот же они. Если Лили узнает, что я брал ее дракошу, мне крышка. Чего не сделаешь ради мамы. Давай поиграем. Держи. Где же мой милый? Ты забыла, как играться? Давай покажу. Мистер Капля, в атаку! Ауч, он слишком мощный. Вспоминаешь? Не помогает. Ладненько, переходим к тяжелой артиллерии. Все боятся щекотки. Ну же, улыбнись. Защекочу, попался. Только не это, отпусти. Ты первый начал. Опять тоска нахлынула. Выйдешь за меня? Конечно же, да. На твоем пальчике смотрится в разы лучше. Люблю тебя. Мы были идеальной парой. Началось. Уэйд, вернись. Мне тебя так не хватает. Эмбер такая вспыльчивая. Постоянно пытается что-то поджечь. Огонь – это не игрушка. Не плачь, все будет хорошо. Не будет. Ого, льет как из ведра. Еще немножко и начнется потоп. Я люблю ее, но бывает, что... Успокойся! Ты съел мой тортик, признавайся. Ладно, ладно, это был я. Ах так! Прости, не смог удержаться. Убери свои руки. Он был такой вкусный. Ты купил не тот виноград. Ничего нельзя доверить. Ну вот, и так каждый раз. Погоди-ка, ты и правда съел ее торт? Все нормально, я тоже так делаю. Иногда. Так нельзя. Что ты сказала? Ты все слышал. Она любит сладкое. Но это же не повод для скандала. Да я бы поступила точно так же. Ах так, я бы тоже съел все вкусняшки.
Мне страшно! Опля! Куда же он делся? Ребята, подскажите, за какой дверью мой папуля? Пишите ответ в комментариях. Попался! От меня так просто не уйти. Есть кто? Да что я церемонюсь? Может, помиритесь? Нет. Ничего не помогает. А что если... Брайан гений! Должен быть где-то здесь. Нашел. То, что нужно. Мамуль, смотри, что у меня есть. Убери это от меня. Склеим скотчем, будет как новое. Нет, малыш, скотч здесь не поможет. Бесполезно. Ну же, возьми трубку. Чего тебе? Верни папу. Срочно. Будет сделано. Ты еще кто такая? Лили? Привет, пап. Идем домой. Здрасте. Ты пойдешь со мной. Отойди. Ну уже вставай. Что? Я туда не вернусь. Какой упертый. Она меня выгнала. Я теперь бездомный. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Куда они делись? Пока, ребята. Прости, даже не знаю, что на меня нашло. И ты меня прости. Романтический ужин никто не отменял. Продолжим. За нас. Вкусненькая водичка. Живительная влага. А вот и букетик. Это тебе. Ух ты, как неожиданно и приятно. Обожаю ромашки. Поставлю их в вазочку. Такие красивые. Рад, что тебе понравилось. Больше никаких ссор. Низкая облачность. Похоже быть дождю. Вся надежда на Лили. Смотрите, кто вернулся. Мне здесь не рады. Поздоровайтесь. Эмбер. Уэйт, ты где пропадал? Ночевал в лесу. Точно, я же тебя прогнала. Бесишь. Миритесь живо. Вот так. Ты что творишь? Он все еще здесь? Да сколько можно? Ты выйдешь за меня. Что ты такое говоришь? Да, я согласна. Мама и папа снова вместе. Фу, гадость. Они целуются. Не смотрите. Согласны ли вы быть вместе и в радости, и в горе? Да, конечно. Да. Можете обменяться кольцами. Счастье, здоровье. А вот и колечки. Ты первый. Так переживаю. Давай сюда свой пальчик. Готово. Красота, моя очередь. Аккуратненько. Есть. Иди ко мне. Милашки. А теперь целуйтесь. Упс. Наконец-то мы дома. Больше никаких разводов. Ах, глаза слипаются. Пора в кроватку. Бедняжки утомились. Идем, уложу вас спать. Сладких снов. Спокойной ночи. Пора сказать, что я опять беременна. Папаша будет очень рад. Толкается. Снова. Активный малый. Да, все, сейчас скажу. Это не мой ребенок. Я ухожу, прощай, Эмбер. Стой. Ты куда? Уэйт. Что же делать? Пока-пока. Это то, что я думаю? Ты беременна. У нас будет малыш. Что-то мне нехорошо. Уэйт. Минуточку, у нас будет 1, 2, 3 ребенка. Дорогой, с тобой все в порядке? Уэйт, очнись. Что делают в таких случаях? Вылью на него воды. Видела такое в фильме. Все впиталось. Точно, он же водяной. Здесь нужен серьезный подход. Разряд! Ну же, очнись! Разряд! Просыпаемся! Мне приснилось, что ты беременна. Ага, так и есть. Я стану папой. Снова. Кажется, шкаф упал. Спи, тебе показалось. Не попадешь. Это мы еще посмотрим. Мимо, Мазила. Сейчас ты у меня получишь. Лови, фаербол! Нет! Упс, упс.
Наш Кроха! Он мог пострадать! Марш в свою комнату! Живо! Мы больше не будем! Бегом! Только и можете что кричать! Что это было? Молния! Ой-ой, надвигается ураган! Есть идеи! Придумала! Солнышко порадует Манюню! Вау! Красота, правда? Сработало! Знакомая мелодия! В доме погасли. Пошли глянем! Погнали! Тихонечко! Птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду. Заметили! Кажется, они обиделись. Не стоило прогонять карапузов. Может, извинимся? Хорошая идея. Подумаешь, найдем новых родителей. Тихо, идут. Мы не хотели кричать. Ага, так и поверил. Простите нас, пожалуйста. Может, перестанете дуться? Ладненько, прощаем. Мои вы хорошие. Ни минуты покоя. Твоя очередь убаюкивать малыша. Понял, уже бегу. А как же мы? Может, у него колики? Неугомонный малый. Вейд, придумай что-то. Секундочку. Опля. Ты гений. Фух, пронесло. Размечтались. Ну, чего он хочет? Майк наверняка голодный. Вот и его любимое лакомство. Стой, водичку нужно подогреть. Держи. Смотрите, как уплетает. Наконец-то тишина. Пора бы и нам отдохнуть. После рождения Майка парочка совсем не спала. А прошло уже 2 недели. Любимая пижамка. Теплая и уютная. Спокойной ночи, дорогой. Сладких снов, огонечек. Про нас совсем забыли. Может, уйдем из дома? Я только за. Построим домик на дереве. Будем бегать, веселиться и есть конфеты, когда захотим. Ну уж нет. Без мамы и папы и дня не протянем. Если сбегать, то к новым родителям. Возьму только самое необходимое. Я готов. А теперь вперед на поиски приключений. Погоди-ка. Мы кое-что забыли. Точно. С этим нас усыновят гораздо быстрее. Только пиши разборчиво. Последний штришок. Отличная работа. Опля. А это еще зачем? Ты же не будешь меня связывать? Если бы. Прикольная табличка. Ну все, пошли отсюда. Я буду за ними скучать. И я тоже. Глянь на это. Ага, тогда нас еще любили. А сейчас даже не заметят, что мы ушли. Без нас им будет только лучше. Идем скорее. Кто? Что? Брайан! Лили! Что-то случилось. Привет, мистер. Не хотите стать нашим папой? Что, прости? Повтори, не расслышал. Будете нашим папулей. Есть дела поважнее. Мамуля! Погоди секунду, здесь какие-то детки. Что вы хотели? Вы наша новая мама. Еще чего. Мамуля, ты куда? Приветик. Здрасте. Не уходите. Ладно. Мы никому не нужны. Идем, выкопаем землянку. Их здесь нет. Мои манюни. Они пропали. Упс, чуть не разбудили. Тихонечко. Может, где-то спрятались? Проверим. Попался. Я знаю, что ты под кроватью. Никого. И здесь тоже. Вот ты и попалась. Пусто. Куда они подевались? Ага, хорошо спрятались. Да как так? Глянем в коробках. Их нигде нет. Осталась одна комната. Мои родные. Вперед. На поиски. И здесь никого. Уэйд. Что? Смотри. А вот и первые улики. Следы ведут сюда. Обрываются на входной двери. Что бы это могло значить? Сбежали. Понял. Не могли же они так просто уйти. Звони в 911. Алло, возьмите трубочку. Кто-нибудь. Это мама Ньюс? Слушаю. Наши детишки, они пропали. Ты готова? У Эмбер и Уэйда пропали дети. Их похитили! Все, рабочий день окончен. Можно я здесь поплачу?
Эй, а ну прекрати, живо! Как скажешь. Мы опаздываем в кино, шевели ножками. Да иду я. Ну вот, из-за тебя мы опоздали, смотри под ноги. Падаю. Клод, ты такой неуклюжий. Головка, бабу. С тобой одни неприятности.